На проведение республиканского референдума по конституционной реформе выделено 16 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, на проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. Центральная избирательная комиссия представила соответствующий расчет. Сегодня правительство приняло соответствующее постановление. Деньги будут выделены из республиканского бюджета. Республиканский референдум – это самая демократичная и прямая форма волеизъявления народа. В своем послании президент заявил, что прежде всего речь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Изменения в основном законе страны коснутся вопросом комплексной трансформации государственной модели. Следовательно, мнение населения при принятии решения относительно изменений в Конституции будет принято во внимание. В первую очередь, конечно же, меня как представителя правоохранительных органов, представителя правообразовательной сферы, меня интересуют, конечно же, вопросы обеспечения прав населения. Мне, например, нравится то, что Конституционный совет будет заменен институтом Конституционного суда, куда смогут напрямую обращаться население, смогут обращаться уполномоченные по правам человека, сможет обращаться прокурор.